Алена Юровна. Алена Юровна, что-то новое. Юровна. Алена Ринатовна, вы думали, да? Вот есть вариант Алены Ринатовны, а Мария Павловна. Радик Рафилович. Радик Рафилович есть вариант. Очень симпатичный. Итак, уважаемые, представьте, пожалуйста, свою картину. Алена Ринатовна. А зачем у нее толпа на груди? Она задом наперед так. Точно. Я Алене Ринатовне обязательно передам. Ты подпиши, кто это сделал. Ваши аплодисменты, Алена, чьё горе. Можно вашу картину? Я понимаю, сейчас потихонечко. Тихо. Тихо. Итак, уважаемые, угадайте, кто это? Внимательно сначала, смотрите, что за мной. Это вы, это вы. Я ни разу вас такого красивого не видел. Смотрите, да? Так, и так, смотрим, угадываем. Аленок? Алена Ленатовна? Ну, как вариант, Радик Рафилович. Ничего я такой. Руслан Минулович. Итак, представьтесь, кто это? Да хорош, нормально, скажи, я не бойся, я сам боюсь. Нормально, скажи. Ну, пожалуйста, это, пожалуйста, Руслан Минулович, ваш аплодисмент, художник Утрейна. Здорово, Андрей, я покажу. Я так не смогу увидеть. Это что ж мне нужно сделать, чтобы увидеть? Ёх! Макарёв! Есть вариант Радик Рафилович, но я точно... Это настоящий шарж. Это не я, прикиньте. Это я все-таки, да? Это все-таки я, да? Вы уверены, что это я? Вы уверены, что это я? Поведите туда, Юрий Александрович. Уверены, что это я? Один в один. Это, итак, представьтесь, пожалуйста. Нет, кто это? Это Юрий Александрович. Аплодисменты художнику второго отряда. Блестящая работа. Действительно, шарж получился на славу. И, наконец... А кто это у нас в валенках ходит? Ну ладно, я покажу сначала. Я сначала покажу. Вы гоните, я красивый, вы что? Смотрим. Я такой толстый. Ну так, Радик Рафилович, есть предположение, еще предположение. Ну не, ну Марину Владимировну будешь похож. Ну вы че? Радик Рафилович, варианты, да, что-то большинство Радик Рафилович. Артур, не дай бог, ты меня подведешь и скажешь, что это я. Итак, пожалуйста, представьте свою картину. У нас что такие художники? У них как от вампиров чеснок там, да? Скажи просто слово. Аплодисменты, спасибо большое художнику первого отряда и всем художникам. С вашим аплодисментом вам большое спасибо за ваше творчество.